Вот везет же Митяю, а. У него система наичистейшая, блин. А мы тут мучаемся, понимаешь ли, с грязной системой. Ну вот я еще сделал с этого, скажу. С нетканного материала фильтр сверху накинул. И вот оно, все такое вот коричневое. Не знаю, на свет получится, не получится. Вот такое вот оно все там коричневое. Хотя нетканный материал белый. Вот оно зеленое, но нетканный материал даже не просвечивается. Ну так вот. Вот этот материал, тот, который, получается, идет по наружу. Это вот все, что он сдерживал, когда выходило из блока. Вот это вот то, что еще входит в блок, получается. Сколько могло, уловило. Его внутрь вставил. На всос. И вот столько еще. Я малость модифицировал нетканым материалом. Потом понаружи, получается, скапливает. Вот такую вот муть. Высасывать должен был через внутрь. Я отсюда вот тоже поставил нетканный материал, сетку. Сейчас пальцем продавил, пока вытаскивал. Ну а так, вот он, крупняк, мусор конкретный. И вообще ужас. О, на пальцах что творится. Это вот в стакане. Сюда. Не хочет просвечиваться жижа. Ужас. Да.